Всем привет! Меня зовут Дмитрий Осипенко. Я родился в городе Минске, воспитывался в футбольной школе Минск. Мой первый тренер Данейка. Профессиональная карьера началась в футбольном клубе «Трактор». Далее, после футбольного клуба «Трактор», я перешел в футбольный клуб «Локомотив». Он так назывался, ну, изначально, со второй лиги начинали новый клуб открыл. Далее, после этого, он переименовался в «Сквич». После «Сквича» ушел в «Сморгонь», сыграл там 2 года. И далее опять вернулся в футбольный клуб «Минск». Уже, да, свои родные пенаты. И после «Минска» хороший чемпионат был тогда, 3-е место заняли. После Минска я перебрался уже на Украину. До Украины меня звали «Шахтер». Ну, как бы я решил попробовать себя на Украине. Годик поиграл и перешел уже в «Шахтер». Я рад вернуться в футбольный клуб «Шахтер». Это, конечно же, для меня было очень радостное известие, когда мне сказали, что, ну, позвонили Юрий Васильевич и сказал, что мы хотим видеть тебя снова в клубе. Размышлял вообще недолго, сразу же сказал, просто переговорил с женой, сказал, что меня зовут обратно, и как бы сразу же через пару минут перезвонил Юрию Васильевичу и сказал, что я согласен. Ну, отпуск провел с семьей, у меня же родилась дочка еще, вот 7 сентября, и провел все с семьей. Если бы не травма, считайте, первый круг я вообще не играл из-за травмы. И потом, как бы, второй круг начал играть, потихоньку набирать, и к концу сезона уже набрал. Ну, это, конечно, конец сезона уже закончился, если больше игры было, может быть, еще дальше бы и раскрылся. Настраивался, конечно же, по максимуму на матч с «Шахтером». Хотелось, ну, сыграть хорошо, ну, чуть-чуть не получилось, забил гол, ну, не хватило. С командой «Шахтер», конечно, самых высших показателей. Ну, для себя это уже будет видно уже по чемпионату. Конечно, хочется и забивать, отдавать, но это уже будет зависеть только от меня. Ну, болельщикам футбольного клуба «Шахтер» желаю, чтобы они также поддерживали клуб на выезде, дома, так как они и всегда поддерживали.